До донорства. Принимаем участие в площадке Федерации воздушно-силовой атлетики. Дорогие мои скауты, я вас очень прошу, по всем площадкам пройдитесь, поприветствуйте всех, поучаствуйте, получите там что-нибудь интересное. Пройдитесь, не стойте на местах. У нас начался фестиваль, мы начинаем показывать, как мы ходим по площадкам. Раз уж людей нет, все на Волге. Куча позитивных площадок уже начала работу. Кто еще не попробовал, подойдите, попробуйте силы в гиревом спорте. Рядом со мной здесь наше знаменитое бревно. Можно сделать потрясающую фотку для соцсетей находясь с этим бревном. Кто не уверен в своей силе в поднятии бревна, вам помогут, не стесняйтесь. Можно подойти посмотреть замечательные изделия керамические от Академии ремесел наших друзей. Можно поучаствовать в площадке от Можно поучаствовать в историческом площадке общественной организации Росрегиона историческая конструкция. Попробуй свои силы в поединке клуба «Максимум». Это показательный поединок боксерский. Вместе с Владимиром Серюзиным. Это такой «Максимум». 4 секунды, держи. Город Энгель. Я уже 4 раза моргнёт. Узнать немного побольше «Золушка». И брата послушать классную музыку! Ничего себе. Да. Всех наций, трезвая рать, пора вставать, трезвость защищать, сохранять, удержать, все, кто хочет навязать и отгнать, правду закреплять и отстаивать, трезвая рать, пора вставать, на защиту нас зовет Родина-мать, от навязчивой рекламы, пропаганды, агитации, вместе мы сейчас защищаем наши нации, трезвость дана человеку от рождения, сохранить ее навеки, здоровое убеждение. Трезвость — это ценность и возможность расти. Сохрани ее для жизни, сохрани для семьи. Защити свою трезвость от корыстных интересов, от навязчивой продажи, от рекламы без. Освободи свою страну от пропаганды в СМИ. Алкогольные яды нам навязаны людьми. Ядовитые табачные снаряды продаются. Без денег и здоровья люди остаются. Ложный выбор отравлений людям с детства прививают. Деньги и здоровье вместе с жизнью отнимают. Родители обмануты матрицей системы. Травятся в праздники по канонам ложной веры. От опасной рекламы утонули во лжи. Возвращай их трезвость и за руку держи. Трезвая рать, пора вставать. Трезвость защищать, сохранять, утверждать. Все, кто хочет навязать, я гнать. Правду закреплять и отстаивать. Трезвая рать, пора вставать. На защиту нас зовет Родина-мать. От навязчивой рекламы пропаганды агитации. Вместе мы сейчас защищаем нашу нацию. Трезвый дом, трезвая Россия. Сама себе вместе с нами, вместе с правдой сила. Подтягивай друзей, делай шире круг. Трезвая всегда укрепляет дух. Алкоголь — это яд, и дорогие это не пособляет. Вместе с красным вином человек идет на дно. Вместе с пивом превращается в жирное.
Все уже поели, остался ты один. Интересно, и какие там ошибки были? Он написал, графики верные, графики верные, обоснования мало. Почему надо было вот эти, то, что мы с тобой рассказали, надо было расписать, подставить там. Более детально надо было расписать, да? Ну, по факту, работа выполнена. Ну, да, я исследовал, графики построил. Мало обоснования. Да, мало обоснования. Ну, что, у меня был просто зачет по математике. А, попей, вон святой источник там. Тем более тень смотрит, да? Вот и это давай глянем. Руку мне. Сер, есть ледяная вон вода, вон замороженная, смотри прям. Тоже не хочешь? Замороженная. Аккуратно, стоп, стоп. Эх, вот такой бы в деревне тракторенок откопать с металлоискателем. Вот такой бы в деревне откопать, да? С металлоискателем. Мне тебя долго нести придется. Такой кладокопатель такой. Оценил вес. Пойдет, да? Свежепокрашенный. Надо стаканчики вам поставить плеткой. Осторожно. Кошки в мышке. Плетка аккуратнее, можно из класса чему-то научиться, можно принять участие в историческом сражении небольшом, благодаря реконструкции исторической, которая у нас есть. Узел завязал.
развязался, развязаться не может никак. Еще много праздных звезд. Все же, фестиваль, все в твоих руках. Нет. Можно принять участие в фотозоне с замечательным человечком. Ногти-то есть, только они подстрижены. Донорство. Можно сфотографировать на фоне нашего замечательного арт-объекта. Все в твоих руках, береги себя. Этот арт-объект сделан давно вставлю мне этого слушателя. Давай. Пока выключай. Сейчас мы сделаем фотку. Давай. Ксения где? Все здесь?